Так. Сейчас мы сделали вот эту, господи, вот эту часть и вот эту красоту навели. Сейчас Рома делает вот эту часть, будем закрывать бруски, чтобы вагонкой навести красоту. Все работают. Все работают. Я вот на это вот сделаю. Ну, ду-ду, я верю. Вернее, я-то вижу, а другие вот верят ли, не знаю. Давай. Какая молодец. Ну вот, одна сторона готова. Потом это все закрасится, дом будет перекрашиваться, все будет в один тон, красота будет. Кто молодец? Мы молодцы. Итак, дошили эту сторону, все аккуратненько, там тоже где переход, речку внутри с той стороны делал, а здесь сделал прям по толщине речку, такой, видите, как будто вот перепадик такой, нет, это нормально, ступенькой, одна на одну идет. Потому что там переход крыши идет. О, ну все, аккуратненько. Когда закрасится, тогда уже будет все в один цвет. Низ тоже прошили. Щиты эти поставили обратно, которые стояли. Осталось только вот там вот наличник сделали. На маленькой. Еще здесь наличник сделать. И перед еще зашить. Вот. И останется только у нас одна маленькая крыша. Начали разбирать вторую маленькую часть. Солнце нам светит, плохо видно. Сейчас я подальше отойду. Вот, сняли шифер, сняли черную бумагу. Я не помню, как она, рубероид. И вот сейчас снимаем. Боковушечку уже покрасили. Да, и боковушечку уже покрасили. Вот сбоку уже нету белого пятна. Сейчас она там подсохнет и будет вообще сольется с одним цветом. Все работают. Все работают. Я снимаю. Итак, поснимал все старые балки. Сейчас буду новые делать. И буду их уже удлинять под свой навесик, который маленький добавлял, чтобы было поровнее. Но сейчас срежу брусы, которые торчат, чтобы немножко меньше направления дать, ну, угол. Потому что доски широкие, там стояли сотки. Вот эти балки стояли, а у меня побольше 150-ки. Поэтому он немножко их приподнимет. Итак, у нас немножко шумно, соседи воду бурят. А что я сделал? Мы одну вот эту примерили, вымерили углы. Немножко промазали, ну как бы надо было чуть-чуть по-другому сделать. Но она будет крайняя, мы ее поставим сюда к стенке, она нормально будет. А вот вторую уже сделали по ней, вот уже с выпилом под углы, все. И будет у нас размер идти как та крыша, четко будет ровненько идти. Поэтому хотели мы сделать переход водосток, посмотрим, получится нет, чтобы в одну соединить, чтобы стекала вода. Вот, и сейчас еще третью вырежем, и можно будет крепить. Итак, сделал балки, как я говорил, подрезал мне под бруски здесь. Вот у меня они. Мне вот эта часть, пристройка была ниже. Вот, поэтому, ну, мы и выравнивали, почему и начали делать. Ровно это было с перепадом. Я вставлю, покажу. Вот, подложил бруски, уголки закрепил.
Теперь она будет давить, есть прижим. Также здесь подложил на расстояние брус. И здесь клин тоже сделал. И прихватил к стене. Все, теперь у нас будет целая покатистая крыша. Без всяких перепадов, изломов. Погнали дальше. Сейчас начнем утеплять и начнем обшивать. Вот так у нас уже. Мы положили пароизоляцию. И теперь приступаем класть. Рома, а что мы кладем? Деревяшки, как это называется? Обрешетка, да? И сейчас у нас пойдет обрешетка. Вот уже опалубку сделали. Последнюю палочку добиваем. Ну вот, постелили уже 4 листа, конек. Дело идет к завершению. Скоро наша вся крыша будет готова. Крайние 3 шурупчика. И все железо у нас на крыше. Мы молодцы. Итак, у нас опять шумно. Второй день соседи тут шумят, бурят воду. Так, в принципе, оп, солнышко, спрячемся немножко. Что у нас получается? Крышу мы всю закрыли полностью. Торец сделали, обшили тоже. Ну, по новой она покрасится. Как там он, верхняя покрасилась и не видно. Здесь пока не стал обшивать одну вторую сторону, потому что будут отливы. Вот, и мне надо будет их там крепить через верх. Если обошью, то неудобно будет совсем. Как только отливы поставлю, сразу обошью вниз. А так, в принципе, все готово, крыша готова. Вот. А в следующем году будем вот эту крышу менять и обошью вниз, чтобы удобно было подлазить. Тоже щиты сделаю и сразу прихвачу. Ну, все, крыша готова. В принципе-то. Вот. Нам все нравится. Теперь будет покат. Снег будет хорошо сходить. Вот. Так что ничего сложного. Ну вот так вот получилось со стороны. Сейчас солнышко ушло. Видно лучше. И видите, теперь хорошо. Теперь одна крыша получается, покатик. Вот, теперь целиково. Теперь снег будет сходить хорошо. А это уже внизу покрасим, там все это сделаем. Ну, верх уже тоже покрасили, уже не так это заметно. Ну и вид уже другой совсем.